Медленно. Грубо ошибается Тиаго Сильва, который отличался таким вот полусонным поведением и в Барселоне, кстати говоря, и в Интере. Сейчас очень долго принимал решение. Анчелотти очень растет интересный игрок. Лукас, удар! Ну, готовился Ибрагимович, кстати, на добивание в случае, если пока ничего такого особенного. Опять ошибка. Третья. Ну, надо что-то по Рязанам уже суметь сделать. Ловец лево! Лево! Но справа пробил! Выручает Вальдес, ПСЖ ближе к тому. Хороши парижане. Верати обыгрывает. Пас дай. Ибрагимович ходит в штрафную. Кто под него открывается? Кто? Пас. Лукас, удар! Соперника. Верати сейчас сыграл здорово. Все-таки 92-го года футболист. Это я к тому, что, конечно, к оценкам его игры нужно подходить. Помню о возрасте и о том, что совсем не... Пастор выходит! 1-1 бьет! 1-0! Хавьер Пасторе! До того момента, как ПСЖ забьет. Нет. Лавеси был в пассивном офсайде. Он ничего не делал в этой атаке. Пасторе был в абсолютно правильном положении. Смотрите, вот она стенка. Вот она стенка. Ибра Пасторе. Лавеси никому не мешал. И Хавьер Пасторе. Большой аргентинский игрок растет. Очень большой. Корявенько, но забил. Ну что, подайте-ка нам Лионеля Месси. И настоящую... Месси. Один гол надо забить Барселоне. Месси, пас в штрафную. Пятку. Каблук, это говорят. 1-1. И вот он Месси. И вот он Верати. Именно Верати. Пропустил вперед Месси. Дальше левая. Дальше Вилья. Дальше Педро. Вот здесь, конечно, можно было изловчиться и попробовать в сторону Месси сделать передачу. Но Педро вот слева и попал. Нет, но все-таки он двуногий, конечно же. Еще мячик так удобно катился.